Всем-всем большой привет! Давайте я вам покажу свои покупки в магазине Fix Price и Магнит Косметик. Начнем с Fix Price, потому что он более запрашиваемый. И вторая причина – не все любят декоративную косметику, а в Магнит Косметик куплена была именно декоративная косметика. В этот раз у меня мега бытовая была закупка. Ничего практически для души, все нужное для дома. Первое – зачем я, в принципе, и шла. У девочек в роликах увидела вот этот гель для стирки 199 рублей Персил. Это очень-очень выгодно. Насколько я знаю, почти 1,5 литра в геле. И аромат весенней свежести. Давайте я вот здесь покажу небольшую информацию, если кому-то это интересно. То стирать можно практически до 100 градусов. До 95. Хотела я этот гель взять, и теперь он у меня есть. Стоил, как вы видите, 199, но я уже сказала. Также взяла Комет 55 рублей, без хлоринора, борется с жиром, нежность рук. Обещает безопасный для кожи рук. Я не люблю пользоваться перчатками, это очень плохо, конечно, нужно ими пользоваться. Ну вот, стараюсь брать те средства, на которых все-таки написано, что там безопасно. Удобная крышка, нравятся мне такие вот варианты. Очень удобно, она и закрывается хорошо. Не надо никакие дырки проковыривать, которые потом будут открыты. Ну, в общем, Комет я люблю. Далее. Влажные салфетки. Взяла двух видов. Первые для детей. 140 штук, с аллантоином они идут, с милейшими овечками, это Коте. Удобный вот этот вот клапан, спасибо, что выбрали нас. В общем, такие вот милые. Обычно у сына в столе они лежат на полке, и он и руки, и стол им протирает, и все, что необходимо. И вторые салфетки, вторую пачку. Для меня новинка, я вроде таких и не видела. Это влажные салфетки для снятия макияжа с мицеллярной водой, гелем алоэ и ионами серебра. Тут 60 штук. Я беру такие, когда вижу, для снятия макияжа с рук. Когда я делаю сводчи, очень удобно во время ролика именно вот такими салфетками пользоваться. Больше шансов снять всякие глиттеры, какие-то более стойкие помады, но не супер устойчивые, но достаточно стойкие, чем вот такими салфетками. То есть вот эти вот лучше работают. С лица я салфетками снимать макияж не люблю, потому что приходится тереть глаза, а это покраснение, оттягиваешь кожу. Ну, в общем, вы понимаете, что ничего хорошего. Взяла очередные ватные диски, хотя девочки мне кто-то подсказал, что в магазине Dixie бывают по 36 рублей, они более выгодные. Но у нас в Dixie почему-то такой маленький он, что там очень сложно встретить. Один раз я встретила ватные диски, вот эти вот выгодные в Dixie, они тоже прошитые, то есть ничем не отличаются. Там, правда, 120 штук, по-моему, но по цене в любом случае выгодные. Тут по 50 рублей, 140. Хорошие вот эти вот косы, что салфетки, что диски, в принципе, мне нравятся, беру постоянно. Далее, также из нужного, взяла два вида батареек, мы их называем пальчиковые, либо АА. Первые за 50 рублей алкалиновые я взяла, они хороши для часов настенных, а вторые я взяла за 99 рублей Energizer. Эти батарейки хороши уже в светильнике, но то, что нужно подольше, чтобы держались. Например, в светильнике, те же из Fix Price, я добавляла вот эти вот алкалиновые, и они через какое-то время окислились в светильнике, хотя мы не успели ими даже пользоваться. То есть прошел месяц-два, и я батарейки вынула в плохом состоянии. Светильник не горел. То есть они просто там стояли и попортились. Поэтому более качественные на светильнички. А вот в часы настенные можно идти. И последняя покупка, которая была выполнена, ну или сделана,
фикс прайс. Это коробочка. Я уже брала такую коробку. Вот так она выглядит. Коробка складная. Она настолько удобная оказалась, 99 рублей, что я взяла вторую. На полке смотрится красиво, достаточно объемная, чтобы какие-то мелкие предметы, такие вот бытовые, положить. И, ну, как я сказала, красиво и удобно. Плюс она занимает такого роста, что на полке в ящиках она тоже хорошо себя чувствует и ведет. Смотрите, какая она красивая. Я ее тоже определю жить в ящик. Так, с этой стороны картонка, с этой подкладкой. Подкладкой вверх. Мы сейчас с вами вставим. Небольшой аромат вот этой клеенки, ну или запах, присутствует. Тут не магнитная, а липучка. Липучка ровно вроде закрывается. И вот так выглядит коробка. Когда брала, я что-то даже на рисунок не обратила внимания, но мне повезло, рисунок ровный. Сверху тоже все ровно, красиво, с боков. И очень яркая, сочная. Там были коробки и просто с цветами. Ну, у меня первая вот, немножко похожая, только с Эйфелевой башней. С Америкой. Ну а тут тоже Америка, Нью-Йорк, но уже видите, дизайн чуть-чуть другой. Довольная я, что взяла эту коробочку. Удобная и нужная покупка. Давайте я ее туда подальше немножко задвину. Надо было с нее и начать, по сути-то. Далее я была в магазине Магнит Косметик. За день до этого у меня сестренка купила там 2 геля Бреф, и продавец случайно пробила не 2, а 3. Я пошла с чеком, по пути проходила и показала чек, и мне дали третий. Ну, третий я взяла себе, потому что сестра говорит, мне 3 не надо. Он стоил вот в конце той недели 119 рублей, и это было выгодно. Люблю я больше зеленое яблоко. У них есть синий морская свежесть, кажется, или так как-то называется. Он сильно такой ароматизированный, а этот для меня более приятный такой аромат имеет. И я взяла 3 помады. То есть дальше, кому интересны помады, оставайтесь. Кому не интересны, то, в принципе, такие нужные покупки закончены. Помады я взяла в линейке Maybelline. Вот так выглядит эта линейка. Это более бюджетная линейка у Maybelline. И вы знаете, я хочу отметить качество этих помад. У них в линейке есть как матовые, даже не матовые скорее, а сатиновые, перламутровые есть. Есть, как они называются? Ну, просто как бы увлажняющие, да, не матовые. Хорошее качество, недорогая цена. Сейчас они там по 155 по красному, по желтому ценнику. Я взяла 3 помады. Даже маме и себе. Но кроме этих 3, у меня есть еще 3 свои. И я вам хочу показать все 6, потому что в продаже были все. И чтобы, ну, как бы более полный был обзор, я вам покажу все свотчи. Ну, вдруг кому-то интересно будет и другие посмотреть. Я сама очень люблю свотчи между собой сравнивать цветом и легче определить, какой нужен мне. Но болтать больше не буду. Давайте начнем с 210 оттенка. Чем мне нравится линейка Maybelline? Выбором цвета. У них эта линейка очень богатая. И бывает, вот, например, Faberlic. Ну, я сейчас буду вот прямо перед вами щелкать и зубки заговаривать. Что-то я тут одну, что ли, только сняла. В линейке Faberlic, например, вот там 20 помад, а носибельных из них, ну вот я себе могу выбрать, ну, может быть, штуки 2. А тут в линейке так много, ну, классных, действительно классных. Вот, видите, они какие такие увлажняющие. Это 210 оттенок, я вам показала. И давайте посмотрим цвет. Ну, что у меня тут? Помада ни при чем. У меня рука кривая.
Вот такой сводч. Рука, видите, стала костлявой и плохо рисуется. Вот такую я взяла маме даже, потому что слишком красивая. Она говорит, мне тоже надо. Давайте я не буду убирать, буду вот так. Следующая в оттенке 232. Видите, она уже такая перламутровая. Даже больше похожа, мне кажется, не на перламутр, а на металлик. Как металлический блеск дает. Вообще очень красивая. Кому интересно, вот 155 рублей в Магнит Косметик. Заходила в Улыбку Радуги, я, правда, там ничего не покупала, но в Улыбке я обратила внимание, что они тоже вроде со скидкой, но 172 рубля. Так, про эту помаду, может быть, вот здесь что-то написано. Ну, вдруг кому-то интересно. Здесь, наверное, состав больше, да? Так, оттенок 721. Тоже она больше похожа на первую по текстуре. Ой, какая она. Прямо скользит. Вот эти три помады я взяла вчера. По 155 рублей. Здесь я не уроню. И три, которые у меня есть, это первая, 173, одна из моих любимых помад. Тоже роза. Так, я их вот здесь нанесу. Она отличается от первых трех, она более плотно ложится, поэтому она медленно расходуется. Текстура отличается. Вот эти вот более такие увлажняющие, а это прям такая плотненькая, даже глянцевые я бы назвала вот эти вот, а это плотная. Так, и зачем я ее закрыла? Так, открываем обратно. 178 рядом оттенок, и уже по этикеточке видно, что она будет с блестками, да? То есть этикетки тоже разные показывают. Богатая линейка, конечно, Maybelline. Она мне немножко напоминает Люкс Визаж. Помады белорусские. Так, вторая. Ну, или пятая. И 340-ю. Это не я покупала. Мне присылала Леночка. Прекрасная Лена в подарок. Лен, спасибо. Я ее люблю. Вот она не похожа на первые пять. Она потемнее. И такая красивая. Уходит в малиновый. На губах все хорошо ведут себя. Но на моих, по крайней мере. У меня губы беспроблемные. И на них все смотрится хорошо. Вот сейчас я слишком много нанесла. Столько не надо было. И как будто бы разводы. На самом деле на губах вообще хорошо смотрится. Никаких разводов. Ничего не полосит. Все хорошо, все замечательно. Вот такие помадки у меня от Maybelline. Так что можно обратить внимание, что на них сейчас скидка, качество хорошее, выбор большой. По крайней мере, в нашем Магнит Косметик точно выбор большой. Вот так. Ну, а я буду с вами прощаться. Спасибо большое за внимание, за просмотр. Спасибо за добрые комментарии. Спасибо, что смотрите, ждете видео на канале. Это очень приятно. Всем приятного времени суток и всем пока!